Перемогти має найсильніший у чесній боротьбі. Так прокоментував ситуацію з виборами мера Павлограда кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська Олександр Вілкул. Мое мнение, то, что произошло в Павлограде вокруг выборов мэра, это несправедливо и неправильно. У людей нельзя отбирать право выбора. Если там действительно меньше 90 тысяч человек, то надо было еще до выборов определяться, один тур или два тура. А во время уже избирательной кампании менять правила игры нельзя. То есть я считаю, что в Павлограде второй тур должен состояться и победить на нем должен сильнейший.